Всем привет, с вами Андрей, и сегодня мы продолжаем проходить эту веселую игру про мою любимую жену. Ну, не мою, а жену нашего героя, которую он случайно застрелил. Какая незадача. Но зато появилась возможность ее воскресить. Правда, для этого нужно много-много работать с суккубами, то есть тренировать их, отправлять в бордели, ну или на пение, а потом забирать их экстракцию, специфическую эссенцию. Дело весьма специфическое, но чего не сделаешь, чтобы вернуть, как говорится, любимую жену, да? И в прошлый раз мы не только ничего не сделали, мы даже одного суккуба зарезали, чтобы получить эссенцию лично для нашего героя, для Джейка. Дело, конечно, темное, но зато теперь мы сможем прокачать один из навыков. Привлекательный, умный, отважный, удачливый. Ну и всего лишь там 50-очку стоит, чтобы изучить. Но прежде чем мы это сделаем, посмотрим. Вот у меня сейчас два суккуба, Ида и Стесняшка. И вот для чего на самом деле... Для чего нам нужно учить навыки? Для того, чтобы с суккубами говорить, так сказать, сближаться с ними. И тут, например, необходимо привлекательный уровень 1. Можно, конечно, просто что-нибудь сказать, но когда я в прошлый раз что-то просто сказал, это их не впечатлило, и они заработали такой не очень хороший навык. Например, вот у нее пугающая. Вот есть хорошая бережливая, плюс 15 при заработке золота. И у нее очарование прокачано, то есть... Очарование дает золото, соблазнение дает эссенцию. И благодаря этой бережливости она еще больше золота будет добывать. Так что... Посмотрим. Привлекательный. Сконцентрируемся на этой мысли. Мне нужно стать привлекательным. Итак. Вот он как раз привлекательный. И две эссенции в час с отеля можно будет получать. Изучаем. Ага, то есть тук-тук-тук-тук-тук. Три навыка. Видимо, я все еще недостаточно привлекательный. Максим Джейка плюс 200. А, то есть у меня 1000. Я зарезал суккуба, у которого было 3000 эссенции, но смог с него только 1000 получить. Не настолько я мощный получается. Ну что ж, качаем до упора. Плюс 200 и плюс 5 в час. Почему на меня все обращают внимание? Забыть плюс 275, привлекательный третий уровень. Может быть, третий уровень, конечно, не надо было привлекательным становиться. Но умный, отважный, удачливый. Как говорится, почему бы еще-то не выучить, да? Плюс 200 максимум тоже на самом деле хорошо звучит. Так, давай бордель. И за 150 еще и максимум 1600. Мне это потом в будущем пригодится. И за 50-ку 400. Максимум очарования. Ну все, я теперь стал мега крутым. Надеюсь, смерть той Кэрри не пройдет зря, которую я зарезал. Итак, Стесняшка, давай поговорим. Так, мы этот текст уже видели 100 000 раз, поэтому пропустим его. Так, почему ты все время шепчешь? Необходимо привлекательный уровень. Я уж уровень 3 прокачал. Ты всегда говоришь так тихо. Я... Просто не привыкла, что со мной говорят. Простите, если я не могу ответить, как вам нравится. Ох, только не волнуйся. Кажется, я просто бесчувственный болван. Нет, это все моя вина. Мне велено не подавать голоса, пока не прикажут говорить. Вы задавали вопросы, а я не ответила, как полагается. Я искренне сожалею. Что ты грустишь? Не грусти. Что-то не так? А, это просто штука у тебя на шее. Это украшение?
Шение не похоже на украшение, похоже, это какой-то, наоборот, рабский ошейник. Я хотел сказать, ожерелье. Это не украшение. Оно тебе нравится? Зачем ты его носишь? Необходимый уровень 2. Ой, я и умный, и привлекательный. И раз оно не украшение, то спрашивает, что оно тебе нравится, она скажет, нет. Зачем ты его носишь? Я буду умным. Гадкая. Не особо хорошо. Эта штука, наверное, очень тяжелая. Зачем она тебе? Она часть меня. Отличительный знак моего рода. Все в твоем роду это носят? Конечно. Мы знаем свое место. Кто на вас это надел? Ладно, можешь не говорить, если не хочешь. Повинуюсь. Ну прям... Минус 15% к получаемому очарованию. Печально. Печально у тебя все. Хнык. Что случилось? Ох, я вас не заметила. Ничего страшного, правда. Все хорошо, ты можешь мне обо всем рассказать. Может, я смогу тебе помочь? Ох, последний посетитель был очень груб. Тогда, я думаю, тебе необходим отдых. И раз так, сегодня ты не пойдешь работать в бордель. Но я не хочу мешать вашей работе. Не беспокойся. Спасибо, но вы вовсе не обязаны. Новая просьба. Бордель мадам Афродиты, бла-бла-бла, что-то там. Не успел прочитать. Спасибо вам за эту просьбу. Ну-ка, побеседовать еще раз. Вы правда не отправите меня в бордель сегодня? Правда. Видимо, эта просьба... О, восклицательный знак. Просьбы суккубов нельзя игнорировать, иначе мы вместе не уживемся. Бордель мадам Афродиты. Стесняшка не должна сегодня туда отправиться. Хорошо. Так. Ну, раз я такой сильно прокачан, давайте и с Идой поговорим. Может, она тоже не захочет куда-нибудь идти. У них, может, откроется какой-нибудь гадкий параметр. Ида, как ты себя чувствуешь? Прости? А, так ты спишь? А? Ты кто такой? О, прости, что разбудил. Я так сладко спала, а ты все испортил. Нужно отважным быть. Я думаю, грубить ей не стоит. Я отвечу позже. Я думаю, нужно быть отважным, то есть зарезать кого-то. А кого я зарежу из этих двух суккубов? Только ее и зарежу. Угу. Ну что ж, приступим к работе. Так. Паузу, пожалуйста. Кстати, вот тут все домики такие цветные, да, замечательно. А вот это вот церквушечка, как бы цветная, но пока не активно. Видно, придется мне потом замаливать там грехи. Да. Бордель мадам Афродиты. Это же бордель мадам Афродиты. Так что давай. Иди ты туда. Хотя ты... Плюс 4. Плюс 2, плюс 4. Она нифига не опытная, Ида-то это. Так что давай-ка ты невинный поцелуй покачаешь. А ты иди пой. Сразу 168 золота в час. Уверен, давай. Ускоряемся. Не трогай меня там. Ты там поешь. Кто тебя там трогает? Какие-то фанаты по рукам их. Останавливаем паузу. Стесняшка. Потренируй манеры. Пускай у тебя это не очень получается. А ты потренируй дальше соблазнение. 3000 денег. Вроде бы хорошо, но в то же время маловато. Так, пауза. Ида. Давай, иди ты туда. А стесняшка продолжает петь. Сколько у нее там уже соблазнения? Пугающе. Очарование. Это как-то ничему не учится. Прям печально. Прямо печально. 193, 0. Всего лишь 193, ну потому что она... пением занимается все время, а пение нифига не дает.
Очень мало. Так. Успех плюс 25. О, плюс 25%. А вот эта же штука там мало-мало дает. Там 3-4% за час. Ну, 124, 600. Деньги идут сурово. Шоу «Мадам М» в отеле. Цена снижается. О, дешевле тренировать. Выгода. Выгода. По пению, да? Ну и все. Ага, закрыто. Закрыта наша школа очарования. Хорошо. Ну-ка, стесняшка. Я тебя не отправлял в бордель. Все, как договорились. Что вы мне прикажете, хозяин? Как ты только что меня назвала? Простите, вам не нравится? Как распорядитесь вас называть? Зови меня просто Джейк. Но в этом мире, мой хозяин, вы... Я чувствую себя неуютно, когда меня так называют. Будто мы в каком-то стратном спектакле. Простите, я не понимаю. Нужно быть умным третьего уровня. У тебя есть хозяин в королевстве? Привлекательный уровень 3. Я предпочту ответить позже, а то мало ли куда это там зайдет этот разговор. Наверняка там у нее есть хозяин. Так, нужно 3000 для Филиппа добывать. Суккуба призвать никак. Ну как, потому что у меня места нет. Приступаем к работе. День начался. Жмем паузу. Зайдем в кладовую. Так, палочки, медика, кровь девственницы, конечно. Ремонт комнаты за 5000. Соблазнительно, потому что это дополнительный суккуб, дополнительные, как говорится, приходы. Извлечь из суккуба. Что там извлекать-то? 200? Как будто ничего. Так, дешевле. А вас можно туда всех прям, я не знаю, отправить? Так, стесняшка. Иди пой. У тебя хорошо получается, тут как раз прибыль. А ты продолжай тренировать невинный поцелуй. Договорились? Договорились. Никто не против? Никто не против. Что же, не стоит упускать такую возможность. Ваш суккуб отказался от подарка поклонника. Теперь тут предлагает кругленькую сумму, чтобы подарок передали вы. Принять предложение. Большой шанс потерять очарование. А для кого? Уважить желание суккуба. Шанс получить немного соблазнений. Небольшой шанс получить... И для стесняшки? Да, потому что она же поет. И у этого мужика... Большой шанс потерять... Не, я не хочу терять 25%. Поэтому желание суккуба закон. Это к лучшему. Выгода 6, выгода 6. 6 сердечек, это 6 сердечек. Так. Я хочу домой. Я, конечно, понимаю все, но... Но надо как-то крутиться. И да. Развлекись чуть-чуть. Повысить его соблазнение. Ну, блин, она как-то... Пой. 5 в час золота, а так 216. И 3 часа, то есть 600 монет заработаю. Хотя она надорвется сейчас, как скажешь. Слишком много пою. Их нельзя слишком постоянно в одно и то же место отправлять. Будут гореть, скажем так. Так. Качай невинный поцелуй, раз это дешево и сердито. А можно еще? А, нельзя. Идет урок. 4800. Так что, к несчастью, будешь петь всю смену. Ну что ж, 200, 1500. 1500 это хорошо, 5000. На следующий день можно будет... Так, выгода меньше, но зато вот объявлен фестиваль любви. Ну, романтика витает в воздухе. Все замечательно. Так, зайдем в комнату суккуба. Стесняшка, что-нибудь расскажешь нам? Так, это она все еще про хозяина говорит.
Я отвечу позже. Не будем провоцировать ее на скандал. Ну, тогда делать больше нечего, да? Комната суккуба. Ну, тут отсюда не купить, поэтому приступаем к работе. День начался. Жмем паузу. Пение. Плюс 5, плюс 1. Меньше золота, больше эссенции. Но тут и так его мало. Угу. Стесняшка. Приготовьте комнату для нового члена вашей семьи. Но у меня же у стесняшки, по-моему, там бонус какой-то бережливый, да? А, нет, плюс 15 при заработке, а у тебя экономная. Плюс 15% от стоимости строительства. Ну, как там 50%-то? Почему-то я не чувствую, что тут 15% из 5000 вычитается. Просто вот отдал 10 тысяч. Ну, не 10 тысяч, 5 тысяч. Ладно, иди, пускай тебя извлекает. Вроде бы он не убивает никого, так что... Так что должно быть нормально. Так, Ида, пока суд до дела, мне нужно, чтобы кто-то тоже эссенцию получал. Пусть это будет шты. Так, что-то ей не в кайф пришлось. Зарабатываем деньги. Зарабатываем любовь. Эссенцию. Потому что 92 монетки. Ну что, невинный поцелуй тоже. Потренируем. Манеры, пожалуйста. Сколько нужно открыть беседы? 2000. Надо теперь на самом деле денежек отложить на открытие дополнительных уроков. А то этого не хватает. Ну и день как бы и заканчивается. Так, в 28 получено, потрачено, минус 4000. Ну да, это я не слабо, конечно, конец дня. Отель оцеплен. Ого. В отель не ходим, хорошо. Там страшно. Зато все ходят в бар. Ну, не в бар, а в бордель. Итак, комната суккуба, да? Комната пустует. Но у меня тут есть разные вещи. Где бы мои вещи посмотреть? Книжечки. Вот тут я сделал 3 палочки, получал такую демонессу. 2 палочки с глазиком, получал стесняшку. Я использовал 3 крови девственницы и получил вот эту сонную бабочку. Если палочку и 2 этих. Кстати, если посмотреть здесь книжечку, то вот вериф. Вот, 3 дерева и получается вот такая вериф. А Калиса, он уже тун-тун-тун-тун. И тут прям сердечко хорошее. Такое. Правильный ответ, видимо. Дерево, дерево, животное. Ну или просто что-то можно достичь. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Типа первый уровень, второй уровень может быть романтики, третий уровень романтики. Или как это работает? Шайста у нее тоже тут. Тук-тук-тук. Пока. Итак. Попробуем что-то необычное сделать. Вот эту палочку пока тратить не будем. Ну давай палочку. Эту. Так. Использовать. Глазик. И кровушку. Что из этого разнообразия получится? Мега разнообразие. Джулия. О. Ну прям такая. Джулия, в принципе, это хорошее имя. Черт никаких нет. 5-5 очарования. Класс Люция. Такая секретарша. Получилось. В Джулию сюда. Джулия, здрасте. Как вас зовут? Почему вы так на меня смотрите? У меня что-то на лице? Я впервые вижу суккуба в очках. Что с тобой?
Я думал, у всех суккубов идеальное зрение. Это скорее для красоты. Так получилось, что я люблю читать книги. Кроме того, если я ношу очки, это отнюдь не значит, что я в чем-то ограничена. Совершенство никому не достичь. Привлекательнее, полезно работать над собой. В принципе, она выглядит как трудолюбивая, поэтому полезно работать над собой, но давайте отвечу привлекательно. Не зря же я качал это. Совершенство никому не достичь. Думаю, никто не совершенен, даже демоны. Ах, вы будто мне вызов бросаете. Желаете испытать мое могущество? Вовсе нет. Я не хотел тебя испытывать. Верю, я тоже пошутила. Мне показалось, что ты серьезно. Сожалею, что напугала вас. Поговорим еще. Вы должны отправить меня в Академию Нуар. Мне кажется, тебе это не требуется. Нет-нет, мне еще многому предстоит научиться, чтобы лучше выполнять свою работу. Но ты ведь знаешь, что такое Академия Нуар? Конечно. Так или иначе, вам придется меня и туда отправить, не так ли? Так зачем ждать? Какая разница, сегодня или потом? Какая тяга к знаниям? Я лишь стремлюсь работать лучше. Так, Академия Нуар. Джулия должна сегодня туда отправиться. Ну хорошо. Хорошо. Приступить к работе. День начался. Пауза. Пансион Чаровниц. Академия Нуар. Невинный поцелуй. Учись соблазнять, раз уж ты так хочешь. Так, стесняшка. Петь тебе нельзя, поэтому тренируй манеры. Там до 200. Да, до 200 будет потолок. Золота нет, но вы держитесь. Ида. Тут, видимо... А, ну да, закрыли отель, все в бордель. Звучит как стишки, но это так получилось случайно. Так, что-то уже вышло. Что значит вышло? Обратно. Так, Джулия. Давай закрепим результат. И ты тоже закрепляешь результат. Черт, никаких нет, ну. Чертовки. Так, события для Джулии. Кажется, ваш суккуб нравится одному из наставников. Он предлагает провести один урок совершенно бесплатно, но суккубу эта идея не по душе. Но суккубу эта идея не по душе. Большой шанс потерять немного... А, у нее 25 уже откуда-то появилось. Я тогда... Это потому что я хорошо ответил на разговор. Я не хочу терять. Верный шанс получить, как говорится, эссенцию. Крохотный шанс получить черту... Типа черту такую плохую, а это черту хорошую, но крохотный шанс. Я буду прислушиваться к суккубу. Обойдемся ему без ваших там бесплатных уроков. Вы отлично справляетесь? Ничего не произошло? Ну, как бы не было ничего. Так, Ида, у тебя уже достаточно хорошо, достаточно много. Зачем, конечно, я из нее выделяю, если я хочу ее потом резать. Никто не должен об этом знать. Так. Ну что, теперь давайте вы поменяетесь местами, а то третий раз подряд в одно и то же место отправлять слишком сурово. Даже по моим стандартам. Ну, 400 минус 468, 102. Ну, 1300. Потихонечку, помаленечку. Расследование в отеле. Отель все еще закрыт, в бордель все еще открыт. Ну, легче не становится. Живем как можем. Так, комната суккуба. Джулия, как тебе там? Хорошо живется? 25. Интересно, что это за линия? После линии что-то произойдет? Кстати, чем обязана вашему визиту? Вопрос. А где суккубы покупают очки? Мне импонирует ваша любознательность. Все это началось с нашей прародительницы, которая посетила мир людей. Везучий, соблазнительный уровень второй. Я отвечу позже. Я не готов к таким высокоинтеллектуальным разговорам. К очарованию.
Минус 15, но при этом плюс 30. Очаровательное. 31. Очарование 200. Тут она все еще то же самое говорит, да? Умный уровень 3. Я отвечу позже. Ну что ж, нужно тогда качать Соню и резать ее. День начался. Звучит как план. Так, петь опять же нельзя, стесняшка. Джулия. 31, 25. И Ида. Кстати, у меня же там максимум 1600, так что тебе даже не обязательно уж слишком много-то зарабатывать. Сенсовое разделение 111 часть. А давай-ка ты вот немножко потренируешься, а то у тебя не особо хорошо получается. Стесняшка, справишься с этим делом? Ох, будь со мной нежен. Не уверен в результате, но что поделать. Событие. Клиент без предупреждения пригласил друга повеселиться вместе с ним. Отличная возможность заработать больше эссенции вожделения. Для стесняшки большой шанс получить соблазнение. Да, она и так максимум. Крохотный шанс получить черту. Небольшой шанс узнать важные новости. Запретить. А, запретить. Позволить. Да я запрещаю. Нефиг там. Тут, кстати, большой шанс на все хорошее. Так, крохотный шанс получить черту. Видимо, хорошую черту. Ну, правда, крохотный. Запрещаем. Выгода 18, очарование. Ох, я не против того, чтобы я запретил. Так, стесняшка. Продолжаем. Так, Джулия. И да так, еще разочек сюда. Да, хотя бы до сотенки-то. Недостаточно золота. Привязанность минус 1%. Беседа. Так вот, качаешь, качаешь привязанность, а потом они тебя расстраивают. Стесняшка. Я понимаю, что ты это не любишь, но будем держать тебя на холодном пайке. Событие. Филит хочет попробовать извлечь эссенцию вожделения, используя новый метод. В случае неудачи ваш суккуб может погибнуть. Не-не-не, не пойдет. Верный шанс получить немного... Крохотный шанс умереть. Небольшой шанс получить... Не проводить эксперимент. Да пофиг, пускай плохая черта, но она будет жива. Выгода 6. Я всегда буду вас слушаться. Говорит такой, крохотный шанс умереть. Спасибо. Спасибо, не надо. Давай, Джулия. 1600, сколько у меня денег-то там? Блин, у меня самое выгодное место закрыто. Поэтому нифига не получается. Качайте манеры. Хотя и это тоже надо. Почему-то у тебя слишком мало. Пошли, погнали. Две 400. Надо еще немножечко выкачать, и все получится. И двинем историю дальше. Вот, наконец-таки все. Экономика расцветает, все открыто. Мне бы еще бы бонусов насыпали, вот тогда было бы хорошо. Ида. Вожделение у тебя 153. Фиг ли у тебя так мало? А, ну потому что я все время тренировал в прошлый раз. Ладно. Сейчас прокачаем Филиппа. Тогда уже посмотрим, как пойдут дела. Так, время идет, а я паузу не поставил. Ну, жулик какой. Так, стесняшка. Пой, кто у меня самая крутая певица с 200 там единицами. Я даже боюсь представить, сколько ты золота зарабатываешь. Так, простолюдин. 3000 открыть магната. И он там всего лишь на чуть-чуть-то. Ну, время 4 часа дольше, типа, работает. Так, плюс 78, что так мало?
ты прям как бы вот совсем нифига не умеешь. Качаем дальше. Немножечко покачать надо. Если они более прокачанные, то они более хорошие деньги зарабатывают. Вон там деньги по 200 монет. Так, пауза. Стесняшка. Невинный поцелуй. Тренируйся. Джулия, твоя задача петь на сотенку. Ну а твоя задача на 120. 88 уже в час. Уже на десяточку повыше. Так, опять на стесняшку. Что они все на нее зарятся-то? Ваш суккуб хочет, чтобы госпожа X нашла ему наставника получше, но это будет стоить денег. Так, попросить заменить наставника. Верный шанс потерять немного золота, верный шанс получить немного соблазнения, шанс получить черту. Оставить все как есть. Большой шанс получить черту. Зелененькую. Получить, получить, получить. Или черта тут как бы это такое. Но она хочет. Поэтому, раз уж она хочет, мы будем ее баловать. Стесняшка, держи. Убытки минус 57, выгода 6. Наверное, она к лучшему. Не знаю, насколько там это к лучшему. Ида. Продолжай. Так, у меня там, видимо, еще часик есть. Где-нибудь по... Готовы поработать? Пение. 90. Джулия, соблазнение. А то вот это помрет, когда я ее зарежу. И кто будет тогда мне приносить энергию? Блин, ни один час не прошел. Жаль. Зато 1000 заработал. Так, остерегайтесь горгулий. Да, действительно, горгулий лучше остерегаться. Приступить к работе. День начался. Пауза. Так. 400, да? Мне нужно... Нужно дофига. Дофига всего. Так. Стесняшка, иди пой. Джулия. Учись соблазнять. Фиг ли ты такая вот... 40. Как-то ты учишься со скоростью улитки. Давай, уверен. 88 в час. Так, 593. Это, в принципе, как раз Ида. Давай, извлечь из суккуба. Должно хватить ровненько на 3000. Побежали. Так, стесняшка. Джулия. Стесняшка. Не знаю, развлекись. Можно ли это считать так развлечением? Или нет? Мне все еще нужно много-много денег. Поэтому деньги. Золото, бриллианты, пожалуйста. События. Какие-то люди остановились в номере вашего суккуба и не намерены оттуда съезжать. Джулия. Выгнать их. Большой шанс потерять среде. Ой. Крохотный шанс получить... Это шанс получить немного. Найти другой номер. А, это, видимо, скандалы, интриги, расследования. Она этого не любит. Поэтому, типа, если их выгонять... А вот если... Ну, ладно, пускай поселились и поселились. Большой шанс получить сердечки. Крохотный шанс. Давай. Выгода 5 сердечек. Конечно, без проблем. Вот. Надо быть добрее к людям. И они к тебе подтянутся. Так. Тренируйся. 3000 Филиппа... Должно устроить. Стесняшка. 459. Просто ничего не предпринимай. Учиться этой фигне смысла тебе нет, потому что ты и так на максимуме. Джулия. Вот Джулия может на самом деле манеры-то и поучить. А стесняшка теперь петь. Вот, все счастливы. 3000 денег. Там 10 тысяч стоит очередная комната.
это печально. Так, 42, полторы, итоги 17 дня. Глава 2. Меж двух огней. Это меж каких двух огней-то? Между церковью и адом? Вы отлично потрудились над сбором эссенции, господин Джейк. Хм? Что-то не так? Вы на себя не похожи. О чем вы? Как бы объяснить? Сперва я хочу узнать, как у вас дела с суккубами? Не было ли происшествий? Все как обычно. Хотя мы с ними много беседуем. Вы поладили с суккубами? Как же я рад это слышать. Как вам удалось? Ну, я, кажется, начал лучше их понимать, а они постепенно открывают мне сердце. Ну как, зарезал одного суккуба, чтобы договориться с двумя другими. Такой себе план. А как насчет превращения кого-то из них в человека? Не, пока не особо хорошо. Но говорят, что если суккуб влюбится в меня, возможно, если довести до 100%, то тогда он станет человеком. Это всего лишь теория, но возможно, вам стоит совокупляться с ними, если они достаточно к вам привязаны. Неплохое предложение от ученого такой прям. Я? Теоретическая эссенция вожделения есть материя, воплощающая наши плотские желания, так? Чем сильнее чувственное влечение, тем больше мы выделяем эссенции вожделения. Я подумал, что это может относиться и к суккубам. Чем сильнее они влюблены, тем больше хотят совокупляться с вами. Как только насыщение эссенции вожделения достигнет пика, они... Что? Что с ними происходит? При помощи самой сути эссенции вожделения они превращаются в людей. Теоретически. И тогда, вот тогда-то и настанет момент применить кинжал по назначению, дабы извлечь эссенцию вожделения. Ты нифига себе прикинул, то есть вот так вот довел девушку до оргазма и такой режешь ее, режешь ее, режешь ее. Это прям... Не просто там, не знаю, заточку в сердце, это заточка в почку. Это безумие какое-то. Я, может, и сотворил ужасное, но изменить любимой жене с суккубом, а потом убить его? Господин Джейк, я ведь не рассказывал, что привело меня к занятию оккультными практиками. Примерно то же событие, что и вас. А? Мой отец умер еще до моего рождения. Меня растила мать, но она... Что с ней произошло? Она сильно заболела, хоть и была еще молода. Я изо всех сил старался найти лекарство. Старался? Теперь мне нужно нечто большее, чем лекарство. Вы хотите сказать? Да, я потерял ее. Так вот в чем причина. Мы трудимся ради общей цели, господин Джейк. Я обещаю, что вы не пострадаете. Отнеситесь к этому как к научному эксперименту. Мне не хотелось бы подвергать вас опасностям, с которыми пришлось столкнуться мне когда-то. Я попытаюсь. Разделите ложе с суккубом. Ого. Праздник знаний. Цена ниже. Учимся, да? Открыто, 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 открыто. Разделите ложе с суккубом, чтобы получить огромное количество эссенции вожделения. Ого. Ого. Прежде чем мы разделим ложе, суккуб должен в меня влюбиться. Так, видимо, 31% недостаточно, да? 31. Сколько тут может на 33% иметь хотя бы? Тяжко. Тяжко и печально. Золото Джейка. Сколько у тебя? У тебя 0. Блин, я пытаюсь как бы раскачать тебя, чтобы в жертву принести, а ты все время отдаешь ее, так сказать, на дело квестовое, главное. Ну что ж, учимся, да? Стесняшка у нас только в этом не умела. Манеры давай эту. Ну а ты у нас с подушкой. Иди спи. Звучит как план. Когда церковь откроют, мне уже не терпится грехи смывать с себя. Жену случайно застрелил. Суккубов призвал. Трех есть и четвертого призвал, еще и зарезал его.
инвестировать. Цена минус 25, соблазнение плюс 15 час, привязанность минус 1. Привязанность будет падать. Не хотелось бы. Манеры. Учим манерам. Ида, 396. Просто не вылезай оттуда. Сейчас приобретет какую-нибудь мерзкую черту. Так, стесняшка. Пой. Ида, до 200-ки докачаешь очарование. 594. Конец дня. По-быстренькому так денек. Ритуал полнолуния попал под запрет. Действительно, почему бы нет? Изначально казалось, что это мутная тема. Ритуал там полнолуния. Так, 693. Угу. Разделить тоже суккубом. Сходить прогуляться по парку. Минус 1500. Прекрасный выбор, да? Плюс 4%, плюс 5% в час, плюс 3% в час. То есть зависит от того, сколько у меня очарования или там от каких-то общих параметров. Погуляем со стесняшкой. Так, Джулия. Джулия. Ой, мне нужно много-много денег. Как у тебя там, корыстная? Минус 30% при заработке золота. У тебя что, у тебя ничего. Ну что, погуляем? Так, управляющий парком объявляет, что сад закрывается на хозяйственный день, но вашему суккубу очень хочется туда пойти. Если вас обнаружат, могут и выгнать. Все равно пойти в сад, шанс получить, небольшой шанс прервать текущую работу. То есть 1500 как бы зря отдал. Большой шанс потерять немного, не идти в сад. То есть я такой, только я решил пойти в сад, и меня сразу обламывают. Нет, мы пойдем, мы решили, мы пойдем. Все равно пойти, выгода 18%. Уху-ху. Ох, я не против. Так, Ида. Не знаю, Ида, потренируйся еще. Слишком у тебя фигово идет. Стесняшка. 64%. Давай еще. Вы уверены? Нифига не уверен. Инвестировать. Ага. То есть за 3000 можно открыть на 2500. Там 2% в час. Ну это, конечно, да, это... То есть я 3% только получу. Ну ладно. Звучит как план. Джулия, я тебя не вижу, чтобы ты где-то работала. Почему? Сходи, развейся. Ясно, вот как это делается. Ого, ну ты даешь. Ида. Ида у меня нифига не профессионал, очаровательно ей не быть. Но мы будем все равно стараться. Джулия. Вот Джулии не получается быть соблазнительной. Она у меня очаровательная, но не соблазнительная. Событие у Иды. Клиент без предупреждения пригласил друга. А, опять. Так. Отличная возможность заработать больше эссенции. Угу. Большой шанс получить соблазнение, которое у тебя... Небольшой шанс узнать важные новости. Запретить, позволить. Зачем мне деньги? Тут черту. Черты это интересно. Выгода 20, проверьте завтрашнюю газету. Ага. С удовольствием подчиняюсь. Ну, раз с удовольствием, то все замечательно. 79%. Что-то мне не договаривают, когда говорят, что проценты там. Так, 1700. Сходи, спой. Минус 0%, так что должно быть замечательно все. Никто против быть не должен. Ида.
Ну, Ида уже никуда не успеет сходить, так что... Минус 2000. Ну, как-то даже я не 3000 потратил, а только 2. Так, ремонт в борделе. Видимо, выгоду я получил. Закрыто. Хм. Вот как бы не надо бордель-то закрывать. Мне грустно от этого. Так. Комната суккуба. Стесняшка, как там у тебя? 79%. Она все еще... По-любому нужно 100% докачать, иначе смысла нет. Про хозяина в королевстве демонов лучше и не напоминать. Думаю, это было бы некультурно. Так, Ида, сколько у тебя там? 1100. Зарезать бы тебя. Но не стоит. Так, день начался. Хорошо. И, конечно же, бордель закрыт, где Ида могла бы зарабатывать. Хотя вот эссенция вожделения. Так. 31, 21. Вот она хотя бы как-то что-то будет получать. И золото 200. О, вот это я понимаю характеристики. Так, ты докачивай тогда соблазнение. Ну а с тобой мы не закончили. Плюс 5% в час. И минус деньги мои. Может, я успею заработать еще? 1100. Джулия, мне нужно много-много денег. Так, 1100 мы туда выделять не будем. Невинный поцелуй изучаем. Ну а ты пока просто посачкуй. Ничего не делай. Ждем 400 монет. 200 пришло. О, хорошо. Время вроде бы еще есть. На 3 часа. Погнали. О, котеночек. Кто-то испортил клумбу в саду. Управляющий парком требует компенсацию, так как ему сообщили, что виновник именно вы. Небольшой шанс получить. Шанс получить. Найти отговорку. Крохотный шанс потерять соблазнение. Крохотный шанс получить. Заплатить ему. Верный шанс потерять немного золота. Небольшой шанс. Найти отговорку. Надо отговорку. Соблазнение тебе и так не надо. Золота у меня, кстати, нет на самом-то деле. Так что можно заплатить ему. Все деньги, какие есть, отдать. Тут небольшой, а тут шанс прям такой. Ну, ничего не поделать. Выгода 10 сердечек. Смотрите, какой котик. Итоги дня 20. Остерегайтесь горгульи. Все еще. Выберите суккуба, с которым желаете разделить ложе. 100%. Нет, нет. Стесняшка. Ну что ж, стесняшка. Ради этого мы работали. Ради этого я тебе котика показывал. Ваши текущие навыки. Умный, удачливый, отважный, привлекательный. Вы получите. О, то есть можно их не убивать. 1100 эссенции. А вы уверены? А я не буду ее убивать после этого. Или типа... Звучит, как будто бы я разделю ложе и зарежу ее после этого. Ну, поскольку мне показывают вот эти штуки, то, скорее всего, я ее зарежу, да? Но надо попробовать. Попробуем. Или она станет человеком. Наверное, я бы мог принять иное решение, зная мы друг друга получше. А, я хочу быть с ней, а не с ней. Я ее не знаю хорошо, надо было качаться. Она стала человеком, и все. Я хочу быть с ней, а не с Луной. Офигенный вариант альтернативы. Я должен убить ее ради Луны.
Прости. Прости, я не знаю, кто ты. Какое невероятное количество эссенций вожделения. Похоже, Филипп был прав. Палочка из зуба, палочка из кедра, палочка из плюща. Блин, все палочки такие-то мега крутые. 1100 эссенций. Ух. Кажется, жрицы культа теперь чаще бывают в городе. Возможно, хотят больше людей обратить веру. Как бы то ни было, надеюсь, за этим ничего не кроется. Кто там? А, пришла. Мне нужно грехи отмаливать. Ох, знаете, я уже говорил кое с кем из храма. Минутку, любезный. Выслушайте нас. Я очень спешу. У нас душа вашей супруги. Нифига себе, ва, заявочки. Что? Душа моей жены? Что за злая шутка? Мы можем позволить поговорить с ней, но, увы, ее душа сильно ослабела. Вот почему нам нужна ваша помощь. Что вы хотите? Ее душе нужны силы, чтобы она могла говорить с вами. Ей нужно напитать эссенцией вожделения. Вы прям вообще все, даже из храма, с эссенцией вожделения ходите. Разумеется, мы пришли не с пустыми руками. Возьмите, да будет вам во благо. Это же ингредиент для призыва суккуба. Но знаете, кое-где в городе можно получить больше этого ингредиента. Напоследок, позвольте вас благословить покровительством богини удачи. Почему это и говорю я? Погодите. О, богиня удачи. Какие-то вы нифига не монашки. Больно вы сомнительные, я не знаю. Осени благом деяния этого мужчины. Дай ему сил, что недоступны нам, смертным. Что-то тут прям... Что? Что вы сделали? Теперь богиня благословила вас новыми способностями. Они помогут вам в вашей миссии. Новые способности? Что вы имеете в виду? Объясните хотя бы, что происходит. Сожалеем, но пока нельзя вам об этом рассказывать. Если хотите получить весточку от жены, отправьте суккуба в храм, когда он соберет 3000 эссенций вожделения. Там ее можно извлечь. А она вернется из храма-то? Они просто взяли и ушли. Знает ли о них Филипп? Им известно про суккубов. Наверное, он все знает. Что это за свет в зеркале? Посмотрите в зеркало. Где мое зеркало? Вот оно. Оно откликнулось на эту странную молитву? Ого, раньше были просто палочки крестиком, а теперь у меня еще и квадрат. Добавили прокачки. Впечатляющий, мудрый, находчивый, коварный, хитрый. Исходный плюс 15. Отель плюс 12 в час. Бордель тут максимум. Тут, как говорится, разворачиваются мега крутые штуки. Отель, плюс 100 монет в час. Вот это вот, конечно, да. Разблокируйте предыдущий уровень. Вот, предыдущий уровень разблокирован. Фиг ли тебе мало. Но тут, видимо, нужно до третьего уровня докачать. Максимум плюс 50. Максимум плюс 50. Максимум соблазнения плюс 50. Соблазнение. Но тут потом вожделение плюс 100. Вот, так что вот эту штуку хочется открыть. Ну ладно. Думаю, хотя надо бы, прежде чем завершать, еще попробовать скуба какого-нибудь призвать. Что они мне дали? Свинца мне насыпали. Ого, это что за палочка из плюща? Палочка, приносящая удачу. Изготавливается с трудом, так как материалы высокого качества довольно редки. Ну да, мне пришлось зарезать мою любимую стесняшку. Палочка из кедра, палочка из дуба, палочка из дерева. Там дерево, дерево, дерево. Свинец. Ну что, мое сердце стало каменным, поэтому давайте мы бахнем свинца. Свинец, металл. Кто в этот раз? Мэлори. Ого, это прям архангел. Это что, мир людей? Ну, в принципе, логично. Раз монахи не принесли мне, отдали свинца, то и получилось. Ты не похожа на суккуба, но... Агаш. Мэлори. Мэлори вполне звучит хорошо. И костюмчик у тебя тоже весьма хороший.
Давай. Заселяем тебя в комнату. Давай даже поговорим с тобой. 5-5-30. Экономная. 15% от стоимости строительства. Ну, 10 тысяч с меня как снимут, так и снимут. Надо как-то вот... Как-то этот параметр не работает нифига. Стой! Кто идет? А? Ох, это вы. Было бы здорово, если бы ты не поднимала оружие, даже не поздоровавшись. О, простите мою бесцеремонность. Уф. Но вы же знаете, что бывает, когда кого-то застают врасплох. Обычно удивление не настолько велико, чтобы доставать оружие. Справедливое замечание. Скажите, а чего вы выглядите таким взволнованным? Нужно быть впечатляющим, уровень 1. Я отвечу позже. Нужно быть впечатляющим. А у меня хватит навыков на то, чтобы впечатляющим стать? Проницательный, соблазнительный. О, вот, впечатляющий здесь. То есть, это как бы не слабо нужно, чтобы ее соблазнить. Но почти все равно сюда хотел, так что изучаем. Изучить за 500-ку. Изучить за 700-ку. 350. Отважный. Ну что, тогда, наверное, копим. Хотя тут максимум 200. В принципе, хороший вариант. 1800. Чтобы 1800 получить. И чем больше у меня максимальная моя эссенция, тем реже мне придется убивать этих моих любимых суккубов. Грустно это просто. Не хочется это делать. Плюс 800. 2 в час, 2 в час. Отель плюс 5 в час. Отель плюс 2 в час. Максимум, максимум. Хорошо. Ну что ж, думаю, на этом эту серию можно и закончить. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. Пускай наберется хотя бы там чуть-чуть лайков, и видео максимально быстро выйдет. Минимум лайков, это говорю, 5 лайков, или даже там 2-3, уже будет хорошо. И я постараюсь как можно быстрее эту серию заснять. Игра хорошая, суккубы тоже хорошие. Убивать их жалко, сердце разрывается, но что поделать. Таков двигатель сюжета. На этом я заканчиваю. Всем спасибо, всем пока.